Всем привет, это наш... Сегодня мы снимаем влог. Пойдемте. Вот это у нас снова столовая. Посмотрите, какой у нас замечательный ремонт. Там у нас сейчас на зимней смене проходят и дискотеки еще вдобавок. Сейчас мы пойдем в Радужную. Циферки идут? Циферки идут? Мало ли. Сейчас мы пойдем в Радужную. Посмотрим, что здесь происходит. Всем привет! Здравствуйте. Может, вы скажете, что вы собираетесь делать на камеру? Куда мы идем кушать. Как кушать? Там кушать. Вот такая вот у нас Радужная. Пойдемте пройдем туда. Нам сейчас... Ребят, включитесь на секунду. Мне очень нужно сообщить ребятам очень важную вещь. Ребят, в общем, пол это лава. Вот так вот мы проводим время в Детской Республике Полено. Все, все, спасибо, все свободны. В общем, сейчас мы идем в столовую, так как оказывается уже время это ужинать. Посмотрим, здесь какие вкусные блюда у нас. Блять, наши замечательные провода. Повара. Как вы видите, у столовой просто аншлаг. Людям так и не терпится зайти туда и посмотреть, что же там. Но мы имеем преимущество и зайдем туда без разрешения. Столовой еще предстоит пережить парочку реставраций, но, как вы видите, у нас уже здесь есть умывальник, пластиковые окна наивысшего качества. Неплохой декор – это кирпичные стены, мы хотели под... стиль сделать старый. И вот, конечно же, что у нас сегодня будет. Пюрешечка с котлеткой. Вот у нас, собственно, диджейское место. И вот здесь вот танцпол, все танцуют. Ну, короче, всем очень весело, всем очень нравится. Счастливый стол проводится каждый день. Жизнь идет полным ходом. Вот. Сейчас будет ужин, мы не будем отвлекать детей от этого прекрасного занятия, которое они любят больше всего. А сейчас мы будем наблюдать, как наши дети играют в рамшимши. Создается новая ячейка общества, когда дети стоят в центре. Видите, они повернулись в одно... Я не понимаю, что вы не походите есть. Издевайтесь хотя бы, чем мёрзнете. Знаете что? У нас в лагере, между прочим, в отличие от Москвы и остальных городов, которые страдают от недостатка снега, у нас он есть. Значит, прекрасный очень. Ну, не ломается. Можно, в принципе, если вот так сделать, слепить снеговика, поиграть в снежки. Вот так вот мы проводим досуг. Так, сейчас мы увидим врачей. Здравствуйте, врачи! Здравствуйте. Как у вас дела? Хорошо. Как себя чувствуют детки? Детки прекрасно себя чувствуют. Отдыхают, им нравится. Даже несмотря на такую плохую погоду. Хорошая погода, сухая. Все. Нету дождя, нет снега. Самая прекрасная погода. Отлично. Все, как говорится, будьте здоровы. Да. Будьте здоровы. Смотри, что у меня есть. Что? А вы знаете, что в 2018 году состоится 5-й юбилейный выпускной Поленовки, на котором ребята получают аттестаты о перезрелости? Ничего себе! Ага.